Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу вам показать очень полезную настройку, которая будет автоматически очищать вам оперативную память, и ваш телефон всегда будет быстро работать. Поддержите видео лайком и смотрите мои старые видео и повторите все за мной. Заходим в системное приложение «Безопасность», пункт «Ускорение», справа сверху шестеренка и вот пункт «Автоматическое ускорение», то есть очистка оперативки. Очищать именно оперативную память ставим через 30 минут. И если вы забудете что-то закрыть, телефон сам напомнит и очистит за вас оперативочку. И после памяти будет больше, и даже батарея будет более экономно садиться. Обязательно проделайте это на своем телефоне. Настройка довольно-таки простая и находится у каждого в телефоне. После этого заходите в свой телеграм, поиск и в строке поиска напишите «Антра Хэппи». Переходите на этот канал, присоединяйтесь, потому что для вас мы готовим каждый день новинки. Именно премиум приложение. Каждое приложение обязательно тестируется. Полностью без рекламы и бесплатное. Подписывайтесь на канал, будем на связи. Всем удачи, пока.